каждую поделку вложена частичка добра. Корзины и пасхальные яйца дети декорировали вместе с родителями. На базе учреждения стартовала программа «Твори добро с детства», в рамках которой ребята оформили тематическую выставку. По словам педагогов, поделки просты в исполнении, но станут отличным элементом декора в праздник. Сначала мы надували шарик, потом его обтягивали вот такими ниточками, вскрывали лаком. Шарик сдували, и, в общем, получалась такая вот форма. Мастер-класс. Праздничная программа приурочена к краевой благотворительной акции «Пасхальный звон». В концерте приняли участие воспитанники сада из трех подготовительных групп. Творить добро их учат с детства. Хочу выразить большую благодарность родителям и педагогам, которые участвовали в данном проекте, в данном мероприятии. Хочу пожелать всем здоровья, добра и в преддверии, опять же повторюсь, этого праздника, пусть хранит нас всех Господь. Подготовка к Пасхе продолжается. В детском саду запланировано еще несколько программ. А на один из концертов будет приглашен батюшка, чтобы рассказать ребятам о традициях светлого праздника. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.